Население микрорайонов Солдатский исток растет. Также растет и нагрузка на инфраструктуру. Раньше местные жители обслуживались в маленькой местной амбулатории, где принимали всего 2 врача. Сейчас же медицинские услуги станет получать намного комфортнее. С открытием этой новой амбулатории новый импульс оказания медицинской помощи получит наше левобережье. Мы все знаем, что здесь очень тесная связь с Иволгинским районом. Дополнительно рассматриваем вот эту приобретенную землю для дальнейшего развития и улучшения помощи. Думаем о том, что как приблизить и скорую медицинскую помощь, и узких специалистов. На сегодняшний день у нас будет здесь организовано 2 врача-педиатра, 2 врача общей практики, 2 терапевта. Но это надо говорить о том, что это в одну смену. Соответственно, если врачебная амбулатория будет работать в 2 смены, то в каждом кабинете можно организовать и, соответственно, увеличить количество врачей общей практики, терапевтов в 2 раза. Но на сегодняшний день будет все зависеть от того количества населения, которое мы будем прикреплять. Вопрос по транспортному обслуживанию мы прорабатываем. Уже на сегодняшний день достигнута договоренность с бригадирами маршрутов 46 и 33, которые будут по требованию заезжать и забирать пациентов из этой амбулатории. В 2021 году на Левом берегу начнется строительство еще 2 амбулаторий в Поселье и Хойтыбые. Никита Самбуциренов, Ринчин Палов, телекомпания АТВ.